Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Bless Global, новое MMORPG. Сами понимаете, что очень мало на данный момент выходит нормального контента по нормальным MMO. Это, по идее, должна быть крутая MMORPG с нормальной графикой и нормальным геймплеем, но на самом деле это... Просто я посмотрел пару видосиков об этой игре и понял, что это обычное говно. Так, ладно, не буду обзывать игру, потому что я в нее поиграл 2 часа, и первые впечатления об этой игре — это просто неимоверный трэш. Тут нет открытого мира, вам сразу дают скиллы, которые вам нужно выкачивать, тут тоже есть петы, выкачка, передача статов предмета к предмету, данжи, РБ. Тут основной контент — это вы кланом захватываете какое-то подземелье, фармите там какой-то ресурс, а потом его продаете за реальную валюту. Вот, типа того. Графику вы можете сами видеть, это просто Perfect World, Возрождение. Короче, ребят, если знаете какие-то гайдески по этому трешаку, я оставлю в описаниях под видео ссылку на телеграм-канал. Кидайте туда видосики, пишите свои комментарии, будете ли вы в такое играть или играете уже. С вами был Розе, всем до новых встреч.